Всем привет! С вами фэшн-концерт и Ксения Бордо. Мы находимся в Центральном доме литераторов на показе спектакля «Фаина. Птица, парящая в клетке». Создатели спектакля бережно и с любовью отнеслись к истории великой актрисы и сильной женщины. Исполнительница главной роли Светлана Каркошка полностью воссоздала образ этой великой актрисы, показала ее остроумие и глубину. Любить. Это же... Это сущность человеческая. В моем сердце так много нерастраченной любви. И она бьется о ребра, как птица в клетке. Сами зрители рассказали нам о своих эмоциях и впечатлениях от этого спектакля. Итак, хочется узнать пару слов о спектакле, что понравилось, что не понравилось. На самом деле спектакль мне пока что все очень нравится, и этот образ, и все, что происходит на сцене, очень здорово, очень эмоционально, и вживаешься, и проникаешь, и понимаешь, насколько была ее жизнь наполнена не только тем, что видели люди на сцене, а действительно ее переживаниями, потому что жизнь была нелегкая. Очень понравился спектакль. Мы вспомнили свою молодость. Раневская, конечно, это была суперактриса, выдающаяся актриса. И, к сожалению, ее уже забывают, поэтому мы очень благодарны, что состоялся такой спектакль, что собрались люди, что мы попали в эту атмосферу. И нам очень это приятно. Замечательно. И потом просто вообще в память о такой великой актрисе, которая, как известно, входила вообще в десятку самых лучших актрис мира. Мы это видели, и вот ее, вернее, видели и в фильмах, и в спектаклях, и очень счастливы сегодня присутствовать на таком. Спектакль нам очень понравился, очень точное попадание, это редко вообще, когда так бывает, чтобы актриса так вжилась в образ, вот, ну, нет отторжения, просто смотришь на одном дыхании. Мне очень понравилась атмосфера, декорации великолепные, то есть они как бы в тон спектаклю, поэтому, ну, просто праздник сегодня, какой-то праздник воспоминаний, какой-то душевный, вот то, что необходимо. Сейчас. Очень редко сейчас бывает, кстати, на спектаклях, когда все как бы в меру. Вот это ее характер, все представлено великолепно. Нам очень нравится. Спасибо большое. Я большая поклонница Фаины Раневской. Я еще видела на сцене театра Моссовета ее живой в замечательном спектакле. Сейчас не вспомню название. По-моему, там тишина. Дальше тишина. Вот. И я когда прочитала о том, что будет этот спектакль, сразу решила, что нужно идти смотреть. Тем более был очень хороший отзыв. Пока мы посмотрели только первое отделение, я знаю, что второе будет более трагическим окрасом. Вот. Но в целом очень хорошее впечатление. Прекрасная игра Светланы Каркошко, замечательная актриса. Я не могу отрешиться в какие-то моменты от того, что это не Раневская. Вот такое действительно точное попадание. Вот. И лично я очень благодарна режиссеру. Не знаю, кто автор этой идеи, но в наше время далеко не всегда такие идеи выплывают на поверхность, такие спектакли ставятся. Вот. И это большая... Да, они очень нужны, это большая заслуга. Тем более, действительно, молодежь должна знать о таких великих актрисах с трагической судьбой, как это очень часто бывает. Прекрасный спектакль, большое спасибо. Спасибо большое. Самохотова Стелла Георгиевна, идейный постановщик, продюсер и соавтор пьесы, по которой поставлен спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке». Стелла, скажите, пожалуйста, что вы хотели сказать таким названием двусмысленным? Вы считаете, оно двусмысленное? Оно четко отображает, по-моему, жизнь, смысл самой Раневской. Она была птицей, которая парила в клетке, потому что она была великой актрисой, не имеющей возможности выплеснуть до конца свой талант. Как-то птица, парящая в клетке. А для вас что значит этот спектакль? Почему вот вы решили поставить свою пьесу именно об этой актрисе? Много великих актеров, но вас привлекла именно Фаина. Чем?
молодого человека, кстати, добавлю к первому вопросу название пьесы, вот такой, как вы сказали, двусмысленное, это заслуга Софьи Соломоновны Лежневой в соавторстве, с кем, наверное, сделана пьеса. А почему Араневской? Потому что, ну, у любого человека, наверное, есть какие-то предпочтения, есть влюбленности, есть желание быть на кого-то похожим в чем-то, соответственно, жить так, как этот человек, тот или иной человек жил. В моем случае этим всем моим критериям отвечает именно Фаина Георгиевна Раневская. Вот и все. Она великая, она мудрая, она талантливая, она, я считаю, что даже красивая. Вот той человеческой красотой, которую можно назвать красотой. Эту красоту действительно можно назвать красотой, настоящей красотой. Потому что сейчас расхожее мнение, какие-то стандарты и прочее, это там 90-60-90, да? Но ведь красота человека совсем не в его параметрах, а в его внутренней составляющей. Вот Раневская, может быть, не отвечала стандартам сегодняшнего времени, но внутренняя составляющая у нее была просто зашкаливающая. Многим бы сегодня хоть частичку того настоящего, что было у нее внутри. Я называю это красотой, человеческой красотой. Вот как раз про финал. Мы постарались его сделать наименее трагичным, потому что, если вы помните, в финале она все-таки получает эту роль, она начинает жить и воскресать, скажем так. Ну, что мы хотели сказать? Хотели сказать, что жизнь прекрасна, и мечты осуществляются, и в случае с нашей пьесой здесь другого финала никак невозможно зрителям дать, потому что очень многие знают о событиях трагических судьбы Раневской. И, понимаете, заставлять людей все это переживать так трагично, как сложилась судьба этой актрисы, тоже, наверное, мы не имели права, потому что у зрителя должен оставаться такой оптимистичный настрой. Зритель должен выходить из зала с состоянием вот «да, и этой великой женщине тоже вот дали возможность еще какое-то время прожить, просуществовать в этой роли, которую она так долго ждала». А с нами Марина Куделинская, исполнительница роли главной подруги Фаины, Павлы Вульф. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от спектакля. Оправдались ли ваши ожидания и о своей роли? Вы знаете, каждый раз, когда заканчивается спектакль, я вижу, сразу все не видишь, потому что у тебя слезная пелена, и поэтому трудно углядеть взгляды зрителей. И обычно это не смотришь, то есть зритель, он как просто некое такое вот облако перед тобой. Но когда видишь, успеваешь увидеть первые два ряда, в каком они находятся состоянии, вот я сейчас уже, наверное, минут 40 я переоделась, как-то успокоилась, и все равно, вот у меня такие глаза, они с такой слезной пеленой все время, потому что финал такой очень сильный, и Павла Вульф была ее, можно сказать, и мамой, и сестрой, и подругой, педагогом, театральным каким-то вот таким гуру, да, и это все было такое некое единение, то есть они больше 40 лет прожили в одной квартире, и все время они жили, работали, творили вместе, и если говорить об отношениях Вульф и Фаины Раневской, то Вульф отдала всю свою вот энергию, все свое творчество Фаине, то есть если Фаина – это символ, то Вульф, она сделала этот символ, вот, и сегодня ощущение хорошего спектакля. Может быть, он чуть-чуть по ритму где-то подсел, но это мы сами уже, может быть, так растянули. Это от эмоций. Тут это же спектакль, не кино. Тут каждый раз могут быть какие-то такие детальные эмоции, которые видны только нам, наверное.
С нами Евдокия Германова, исполнительница роли Любови Орловой в спектакле «Фаина. Птица, парящая в клетке». Евдокия, расскажите, пожалуйста, о вашей роли. Поразительно, вот что я хочу вам сказать, что когда ты выходишь на сцену, и ты чувствуешь, что первый момент тебя начинают там сравнивать, это естественно. Похоже, не похоже, похоже, не похоже. И вот этот вот шепот даже ты слышишь в зале. Потом, когда зрители успокаиваются, начинают следить за сутью происходящего. Потому что, по сути, это история актрис. Великих актрис, великих тружениц, великих личностей. И мне кажется, что мы со Светой... Спросите, со Светланой Ивановной. Да, исполнительные роли Фаины Георгиевны Раневской. Для нее это вообще просто какое-то открытие этой актрисы еще одно. Для нас это очень дорогие отношения, и мы дорожим в жизни тоже такими отношениями, которые у нас сложились благодаря этим ролям. То есть вы в жизни подруги, и играть было легко в данном составе? Однажды на репетиции я сказала все время: Светланова, Анна Светланова, как вы там? Света, что ты там делаешь? И она была в восторге, потому что вот это вот вдруг тыканье, в хорошем смысле, нарушение вот этого барьера какого-то человеческого, опять же, вот, мне кажется, что это важно. Это редко бывает по-настоящему. Среди актрис это вообще не бывает.